Как проходит наше обычное утро в деревне? К нам приехали устанавливать кондиционеры. Саша лезет на дверь. У нас появилась новая садовая фигурка под названием теща. Саш, ты чего? Саша топчет бабушкины цветы. Саша, если бабушка увидит, она будет недовольна. Я понимаю, доброе утро. Клубнички все больше и больше. Уже вот даже мисочку с собой взяли собирать. Подписчики, посмотрите, сколько у нас клубничек. Покажи, покажи, куда ты убегаешь. Покажи. Вот бабулька. О, папа носит бабушку, как лялечку. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Нормально? Ты что вяжешь? Шапку. Шапку? Летнюю или зимнюю? Зимнюю. Зимнюю? Ты уже готовишься к зиме? Да. Мне свяжешь? Да. Свяжешь? Обещаешь? Да. Чтобы я ходила в твоей шапке зимой? Да. Смотри, а то у меня нету шапки. Я не пишу. Все. Ты мне обещаешь? Да. Я без шапки не останусь. Thank you.